Вы мне отказываете? Я еще раз прошу, пожалуйста, вы мне отказываете? Мы делаем по показаниям. По каким показаниям? По каким показаниям? Я здесь уже делал его. Я пришел и обратился. Сказал, я себя плохо чувствую. Я пришел к врачу, с которым у меня подписана декларация. Я повторяю еще раз. Вот назовите, вы мне отказываете в тесте или нет? Вы ко мне на прием пришли? Вы заведующий, вы мне отказываете. Нет, вы звонили вам, и вы мне отказали. Лично вы мне отказали. Правильно? По показаниям. По каким показаниям? У вас, повторяю. Вы в контакте были с ковидом? Да сейчас 15 тысяч каждый день. Я вот сейчас сидел у вас, я уже в контакте был с 10 людьми. Я с 10 людьми только что был в контакте. Понимаете или нет? Подтвержденный был? А что они мне скажут? Откуда я знаю? Вы им сдавали? Вы же здесь никому не сдаете. Вы же не даете людям сдать тест. Вы здесь людям не даете сдать тест. Откуда вы... Сейчас, товарищи, скажите, пожалуйста, кто-то из вас присутствующих сдавал здесь тест на коронавирус? Кто-нибудь? Нет? Обращались? Пожалуйста, я прошу вас, каждый заходящий в кабинет, обратитесь. А я лично подожду. Сколько вам откажут? Я лично буду здесь стоять и ждать, снимать, кому откажут. Вот каждый выходящий я буду спрашивать, вам делали тест на коронавирус или нет? Отказывайте вы всех. Вот мужчина, ваша фамилия, вот что. Я пришла со сертификатом. Почему я должна, я на 12... А я пришел сюда на минуту, на 11:45. Я хочу отсюда уйти. Мне за минуту могли сделать этот тест. Мне отказывают в тесте. Вы понимаете? Я пришла за документом. Внимание! В стране каждый день, вот сегодня, 15 тысяч людей заболело. Я здесь сижу. Так вот тест, это у меня врач, декларация, что я должен идти куда-то, я здесь декларирован. Если доктор считает, что нужен тест, он его да? сделает. Доктор, я хочу теперь спросить, доктор считает, слушайте, вы что думаете, я это для себя снимаю? Любезно. Вы знаете обо мне что-то? Ваша должность, фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Вы назовете или нет, я хочу понять. Конечно. Почему? На каких основаниях? Вы преступник, вы скрываетесь? Вы же меня снимаете, а вы? Вы сегодня прославитесь. Вы уже прославились. Да мне чего бояться-то? Я пришел на законных основаниях. Я прошу, чтобы мне сделать тест. Я прошу мне сделать тест. Почему вы мне отказываете? Вы лично, вы. Почему вы?